Опять же, мы продолжаем репортаж со стенда компании Plantronics. Теперь мы поговорим о RIG 500 без индекса E. Это самая доступная из обновленной линейки RIG гарнитуры. И в чем ее фишка? Нету пультика с Dolby Surround, то есть это чисто аналоговые уши. Далее, в комплекте, если у старшей модели есть как кожаные амбушюры, так и амбушюры велюровые, здесь только велюр. Далее, здесь неотсоединяемый микрофон, а в остальном, как нас заверили, здесь все более-менее схоже со старшей моделью 500E. И я так понимаю, здесь одинаковые драйвера. Но за счет того, что здесь только велюр и достаточно сильно страдает звукоизоляция по сравнению с кожаным вариантом, она будет менее подходящей для улицы и больше для домашнего использования. Об этом как бы еще намекает неотсоединяемый микрофон. Ну и цена ее будет, конечно, ниже. В общем, Plantronics меня в этом году порадовали. Та же самая схема крепления с отсоединяемой дужкой, тот же самый подвес, тот же самый полимер, который скручиваете в бараний рог. И главное, это звучание в противовес кракенам. Вот такие вот пироги, ребята. Все, жду на тест. Пока. Mm-hmm.